Привет! Сегодня у нас нереальная жара, где-то градусов под 30. И я снимаю вот такой вот, так сказать, водный обзор. Сейчас я поставлю камеру немного удобнее, чтобы рассматривать вблизи. А рассматривать мы будем подсумок от компании MaxPedition. Это MaxPedition Mini Rolly Poly. Закрепил я ее сейчас на своем брючном ремне. И закрепил я ее с помощью полосочки Такти номер 3. Давайте ее отложим. Как видите, производитель еще и подразумевает крепление на пояс. Но если закрепить так, то нужно расстегивать ремень, чтобы снимать. А я для оперативности закрепил на такую вот стропу. С помощью этой стропы можно также крепить его и на рюкзак, на какие-то сумки, разгрузки. Итак, подсумок MaxPedition Mini Rolly Poly. Предназначен он для бутылки Nalgene литровой. Ну, можно что-то другое в него собирать, какие-то грибы, ягоды. При необходимости всегда можно его иметь с собой, потому что этот подсумок очень легко складывается. Здесь у нас отверстие для слива воды. Мы, кстати, сейчас находимся в лесу, поэтому немного березы шумят. Это такой русский лес с березами. Возможно, что-то будет не слышно, но я постараюсь говорить четко. Итак, мы сейчас сложим наш подсумочек. Раз, два. И чтобы его сложить, нужно достать вот отсюда клапан. Клапан убирается внутрь. Вот здесь вот тоже есть велкро для этого клапана. Потому что, например, если ставить бутылку и закрыть клапан, его не хватает длины. Поэтому производитель его предлагает убирать внутрь. Как вы заметили, наверное, здесь еще есть один элемент крепления. Пряжка-двухщелевка, но на нее я не знаю. Только для дополнительной фиксации можно крепить. А мы сейчас сложим наш подсумочек. Раз. Загнем концы. Теперь скатываем. Раз, два. И здесь у нас оказывается велкро-панель. Ее мы и закрываем. Итак, у нас на поясе или на рюкзаке висит вот такой вот маленький подсумочек. Это все сделано из нейлона плотностью 1000 с тефлоновой пропиткой. Ну, как вся продукция от MaxPed. Ну, почти вся. У нас вот эти кордлоки, это UTX. Ну вот, и вся фурнитура фирменная, все сделано качественно. При необходимости легким движением вы получаете вот такой вот подсумочек под воду, например. Если вы планируете куда-то выйти без воды, то можно его свернуть и оставить висеть на рюкзаке, чтобы не заморачиваться каждый раз с его съемкой. Такие вещи, например, как кружка железная под бутылки Nalgene сюда, я думаю, не влезет никоим образом. Или влезет, но очень-очень туго, и ручки будут отламываться, когда вы будете ее пытаться вытащить. Поэтому советую использовать без кружек. Ну и сюда влезет обычная литровая бутылка, например, 1,5-литровая из-под Кока-Колы. Но она будет уже сильно торчать сверху. Можно, например, сбоку рюкзака ее закрепить и какими-то стропами еще вот эту бутылку захватить. Вот так. Сам подсумочек стоит где-то $15, что не так уж и много. Я считаю, все здесь сделано качественно, прошито. На дне есть отверстие для слива воды. В будущем я покажу этот подсумочек на рюкзаке в следующих видео. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.